Действующий губернатор Московской области выдвинут кандидатом на выборы губернатора от партии «Единая Россия», которые пройдут в регионе 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Андрей Воробьев стал первым кандидатом в губернатора Московской области, предоставившим необходимый пакет документов Мособлсберком. Ранее, 9 июня, в Московской областной думе состоялась неочередная конференция партии «Единая Россия», делегаты которой путем тайного голосования определили кандидата на выборы губернатора Московской области. Кандидатуру действующего губернатора Подмосковья поддержали большинством голосов. Мы избрали Андрея Юрьевича Воробьева нашим кандидатом на выборы губернатора и надеемся теперь на его победу. Уверен, что все лобницы примут правильное решение. Только победа. Я вот много лет как бы выступала в паре. Я знаю, что какая бы сильная Москва ни была, но если рядом слабые партнеры, то результата не будет. Поэтому наша задача быть действительно достойным партнером не только Москвы, а всей страны. Напомним, 30 мая этого года в Подольске состоялась встреча партийного актива «Единой России», членов партии в правительстве Московской области, депутатов фракций партии в Государственной Думе, Мособлдуме, местных советах депутатов, а также представителей общественности с участниками предварительного голосования на выдвижение от партии на выборах губернатора Московской области. Тогда участники встречи познакомились с позициями кандидатов, которые были заявлены в ходе их выступлений перед многотысячной аудиторией. Во время встречи большой, которая проходила в Подольске, кандидаты свою программу представили. Все делегаты и главы муниципальных образований, и руководители первичных ячеек, в том числе руководители первичных ячеек нашего города, присутствовали, слушали. Поэтому, в общем-то, с программой кандидатов мы знакомы. И я думаю, что единогласное мнение было наших руководителей первичных организаций города Лобня. Мы все поддержим одного кандидата, губернатора Московской области, действующего Андрея Юрьевича Воробьева. Очень много сделано, изменения большие, они видны, и я уверен, что с Андреем Юрьевичем эти изменения будут продолжаться и для нашего городского округа Лобня, и для Московской области в целом. Делегаты выбирали из 5 кандидатов. Помимо действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева, свои программы представили Роман Володин, Валентина Кабанова, Александр Лысенко и Александр Толмачев. Избирательная кампания по выборам губернатора региона официально стартовала в Московской области 8 июня. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партии. Самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Теперь действующему губернатору необходимо собрать и представить 196 подписей муниципальных депутатов и избранных глав территорий. Также кандидат должен быть поддержан депутатами и главами не менее чем в 51 городском округе и районе. Евгения Шворок, Данил Свидерский, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».